В 2019 году военно-патриотическому парку культуры и отдыха вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» исполняется 5 лет. Свой первый юбилей парк отметит 2 ноября масштабной военно-исторической реконструкцией событий 1941 года. В программе также курс молодого бойца на 15 интерактивных площадках парка, участие в исторической реконструкции боя «Защитим Москву», мастер-классы военных профессионалов и многое другое.